Вот это вот та самая горная порода, из которых состоят все Уральские горы. Известняк, сланцы, доломиты, песчаники. Только по этому участку будущей дороги в обход Чусового вполне можно изучать геологию. Здесь она, кстати, сложная, признаются дорожные рабочие. И обычной строительной технике не по зубам. В данный момент здесь происходит зарядка блока для подрыва горной массы. Набурено 482 скважины. Зарядка производится, взрывчатый материал промышленного назначения. С начала строительства дороги здесь уже было произведено почти 20 взрывов. Этот один из самых мощных. Закладывают порядка 20 тонн взрывчатки. Вот на этом месте еще на 8 метров ниже. Потому что проектная отметка здесь на 15 метров надо. Трассы будут проходить. Трасса, кстати, растянется почти на 7 километров, включая 3 мостовые переправы. На сегодняшний момент это самая крупная инфраструктурная стройка в регионе. Значимость в том, что весь транзитный транспорт выводится из города. Большинство транспортного потока идет тяжеловесной, по большой грузоподъемности машины. А в городе, во-первых, стесненные условия, а во-вторых, очень большая пересеченка. Помимо леса и гор, преодолевать приходится еще и реки. Их две, и обе меандрирующие, то есть извилистые. И в период паводков вода здесь заполняет почти все пространство. В результате один из мостов пришлось возводить довольно крупных размеров. Чтобы понимать, насколько высокий этот объект, вот это верхушка одного из деревьев. Вообще, максимально высокая точка этого моста находится вот там, более 30 метров. Мост через реку Вильву станет одним из самых протяженных на участке автомобильной дороги в обход Чусового. Его длина более 300 метров. Сейчас основные работы здесь, можно сказать, завершены. Металлический каркас полностью установлен. Осталось, как говорят рабочие, надеть дорожную одежду. Правда, дальше мост упирается в те самые горы, где сейчас и ведут взрывные работы. Закладка шла с самого утра, но вот предупреждающая сирена. И сам взрыв. Сдать новую трассу по плану должны в конце следующего года. Подробный материал о строительстве обхода Чусового смотрите в специальном репортаже в ближайшее время. Андрей Голдырев, Иван Худяков, телекомпания «Ветта».